ты и каждый в мире, и неважно, к какому народу он относится, должен сказать только одно. Для чего я живу? И тогда он раскроет свое решимо, и решимо направит его. Но все время нужно выяснять, каждую секунду в жизни. Я должен сейчас жить следующую секунду, для чего я буду проживать ее? И когда ты узнаешь, для чего, даже если ты уходишь, ты говоришь, я хочу в следующий момент наслаждаться, но ты знаешь, что ты делаешь это для того, чтобы наслаждаться. Это тоже нормально, хорошо? Но ты осознаешь это, и тогда эти вещи, они соединяются в меру. И тогда ты приходишь к осознанию. Но если ты не делаешь расчет, то ты никогда не приходишь к осознанию зла. У тебя нет зла. Ты собираешь их. Хорошо?